это комментатор Юрий Ноунейм. А можно на подрыве, блядь, против ребят попасться вот из клана Элита? Что за хуйня? Я первый раз в жизни вижу Азота без этой девочки его. Я к Сереге тоже нормально отношусь. Он приятный чувак. Тихо, блядь. Не вы***ь! Бля, я говорю, не уебывайся. Не уебывайтесь, пацаны, не уебывайте, все нормально. Шу, я пошел по су... На синей тачке. Не-не-не, не три компа. 300 пинг, 300 пинг, нахуй. У меня 300 пинг, нахуй. Нет. Чё за жопа, ебать? Лё, 300 пинг. Ты чё это за бред? Вы меня слышите? Синяя машина, проходной. Да, слышно. У меня стрим идёт, блядь, у меня просто игра зависла. Что это за лупа? Просто смотри, что это. 300 пинг, блядь. Просто 300 пинг, смотри. Что это, блядь? Ой-ой-ой, как ему плохо. Чё это за хуйня вообще? Что это? Я 4 пол. Чё с тобой? Ой, одна пол. Что за бред, ебаный? Я пинг 300, блядь. Это че, скорее. Яма есть. Какой нахуй нет? У меня стрим идет, все хорошо. Ноль дропов. Что это, блядь? Бать, хуёво, я тебе отвечаю. Ну, я знаю, я вижу, блядь, а что это? 383 пинг, 400 пинг, нахуй. Что это, блядь? Я в небе, нахуй, завис, да, блядь, дайте поиграть. О. Да, бля, не, что это? Чё, пинг решает? Не, братан, не решает. Ну, особенно, когда у тебя 600 двойных. Широко выходит. О, у меня оружие досталось. О, 3 миллисекунды. Купи интернет себе, нормальный. Я руби. Блин, что это за хуйня? Да кого, блядь, 300 пинг, блядь, кого, блядь? Сгорел, чё? Что-то в этой катке нас, короче, вкусно выебут, да, я так понимаю? Не так вкусно, ну да. А чё у нас медик где сдох? Я меда пикнул. Под. Дига. Постмед. Один. Интерактивное кино я, нахуй, это больше бы назвал, а не игра. Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. После регистрации по любой из ссылок обязательно прими участие по последней ссылке с заданиями, где можно забрать подарки, а также купоны на скидку к пополнению счета и получить много халявных кредитов. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Можно ДС на джейка, не стой, молики план дай. Я что, один нитик, скажи мне, ёбан. Я тебе! Подвал. Я у Сереги на стримах всегда одна и та же тема, походу у него финансовая дилемма. Топ-про. Карта 3080. 32 оперативка пин. Охуеть, просто можно. Нет урона. В принципе, видел ситуации, когда это выигрывалось. Типа прям жестко стараются не проиграть это. Что за хуйня, блядь? Да ну нахуй! Чел! Да ну нахуй, хорош, блядь! Так, комментатор. Юрий Ноунейм. Взрывайте. Ой, хорош, блядь, меня чуть не выебал меня. Я же говорю, я всегда даже, когда комментирую или на своих стримах объясняю людям, которые говорят, ебать, ну ты же комментатор, ёб твою мать. И чё? Я комментирую. Я априори так играть в жизни не буду, как играете вы, а вы также комментировать не будете, как комментирую я. Это как? Хорош, хорош. Серёнчик, это слишком для олдов, брат. Это слишком для олдов, брат. Эй, в пизду я заебался, нахуй, стоять. Да, еще штурмовик в респе. Он мне все снял, нахуй, меня с одного патрона еще убьет. Респе. Да, дальше будет зажимать. Они трое там. На зеленом сидит, нет. А, я один, что ли?
Блять, у меня музыка еще играет, я не слышу нихуя. Бля, я почти докил на него топор. Топоры дай нахуй. На следующий раунд. Я к Сереге тоже нормально отношусь. Он на студию к нам когда приезжал, мы с ним часа полтора сидели, разговаривали. Он приятный чувак. Смотри, Зиги, чтоб не вышел. Бля, ты прям передо мной встал, он сейчас двоих сразу мог ёбнуть, если чё. Аккуратней. На узко. Через ящик убил. За ящиком зелёным сидел. Медиков у них нет, ребят, медиков нет. Убил респа. Хорош. Плент что? Пункту, да. И за зелёным. Мака кто-то топает ещё у меня. Ебать, они все Саши. Они все Саши респы. А, бля, один по этой хуйне пошёл, забайтил меня. Осторожно! Прошёл раш, походу, Зиго. Хорош. Зигу убил. Да навик. Еще длина. Да, промазал, блять. Да. Хорош! Можно поднять. Но, плюс же, блядь! Попади, да, блядь! Еще один пикает. Они отрезались. Мозголом. Ага, мозголом закончился, нахуй. Зига убил? Дайку занялся. Еще зига медик. Двое зига. Сука, топор отдай, блядь! Он отскочил, заебись! Как надо. Вот он, наш АВП, вот он. Ай. Кто-то ДЛ-ку уйдет, что ли? Да. Я думал, я убил, блин. Вот не видел, опять ДЛ-ку. Убил ДЛ. Ну, в смысле, в Зигон пытался зайти. Надо ДЛ разъебать. Длина штурма. Сейчас штурм. Тихо, бля. Тихо, бля. Въем. Не вы... Вообще, блядь, говорю, не вы... Вообще. Я говорю, не вы... Пор отдай, мой, блядь. Не вы... Бойтесь, пацаны, не вы... Все нормально. Что, заебись, я пошел по... А можно на подрыве, блядь, против ребят попасться, вот, из клана Элита? Почему я знала, что ты это скажешь? Что за хуйня? Я первый раз в жизни вижу Азота без этой девочки его. Занимайте эти верха обычно, дефолтную хуйню сам это занимаешь. А у нас соло стрелок и топ-то и двойку ушел. Это не один пример прогрев погруз. Где у тебя стрелка? На центре. Да они двойку ебать ебашат, да, нас. Ну на леху кто-то есть? Дай на ноль палец мне. Двое же трое. Это самый дефолт, блять! Меня попадут, я нет. Блять, заебали. Еще раз заговорю. Типа, я не понял, у меня башка нахуй, она самая большая в Warface или чуть-чуть, как так легко попадается? Один под контами, под колонной. Я убил центр убил. Найс, молодцы. Тип, который был на лане, Азот, ты не был на лане, ты его путаешь с кем-то. Азот никогда не был на лане, он просто турнирчики играл, именно вот лану не был на лане. Не, Азот обычно стреляет, он играет, просто у него стиль игры такой, очень пассивный. Ты дед, блядь, два раза подряд. У меня одна башка торчит, он мне еще в тело убивает. Ну, блядь, долго еще гореть будешь? Блять, слушай, по центру зашли. Два. Да блять, можно где-то смаканить будет, ебано. Я понял. А что они вверх нихуя не заняли, все в центре, что ли? Ёбаный рот, не-не, я не хочу. Я хочу этот молотов ебаный просто убрать. Чтоб меня типы перестали убивать, когда я его кидаю. Ой, чё? Что это за хуйня была? Ты показалось, как будто тип туда куда-то пацан сделал. За нулем тип. Я медика убил на подсаде. На нуле. Ебать, сразу резнули его. На нуле вроде снайпер до сих пор сидит. Они за нулем много играли. Не-не-не, кто-то въебал мне его. Сплинта. А еще колонны. 90. Вышел. Хорош. Помочь тебе? Да, ну мне пизда, Серега. Здесь типы пушат. Хорош еще. Типа ноль поджима, да, вот, чем вот, я вот, знал, вот, я про такой стиль игры говорю, вот тупо ноль поджима, вот. Вот такие вот яички. Ну типа ноль вот такого характера, чтобы ну просто пизды, блядь, опа, дать. Вам кто-то пробежал, вам поход пробежал. Да не обход. Это вот сесть, блядь, нахуй, вот это круто, блядь. Вот это килл, нахуй, охуй сильный, блядь. Главное, не дайте им, блядь, они убегают, что ли, нахуй, серьезно. Нормально.
Типа вот, он сел в прицеле, но у него нет такой реакции, как у меня. Типа, он не может вот так вот, типа, фликнуть. Ну реально не может. Я вижу вот только вот этот геймплей 2013 года. Ты забагался. Типа вот такой, типа, сесть и все, вот так вот. Типа вот реакция вот такой вот прям дико вот так выйти фликнуть. Вообще такого. Типа вот такого нахуй, типа, я хз. Этого просто нет. На нуле сидит чел. Да, на нуле. Пацаны, надо ее выебать их надо, погнали, выбьем их, выбьем их. Убей, убей, блять! Хорош, еще респа. Еще. Смоку, найс. F4! Не забудьте!